Впервые в жизни готовлю батат. Вот решила приготовить батат и даже не знаю, как это сделать. Нарезала. А здесь у меня примерно 2,5 клубня. Как выглядят клубни, я, к сожалению, не засняла. Ну, надеюсь, что вы все знаете. Батат – это такой большой сладкий картофель, который произрастает где-то в Южной Америке, по-моему. Так, вот нарезала такими ломтями, поперчила, посолила. Поперчила я красным перцем. И сейчас я добавлю оливкового масла и все перемешаю. Положила 3 столовые ложки. Я не знаю, много это или мало. Так, переложила все вот в такую форму. Форму я ничем не выстилала, никакой пергаментной бумагой. Тоже ее смазала оливковым маслом, но, наверное, можно любым другим. И поставлю в духовку. Я поставила в духовку разогретую до 180 градусов. Пока поставила на 20 минут. А дальше посмотрю. Делаю я это впервые. Вот пока все очень красиво. Батат такими большими ломтями нарезала. Он такой красный, похож даже на морковь. Большую такую морковь. Давно продается в наших магазинах, но я как-то его обходила стороной. Пока тушится мой батат, я хочу показать вам свой садик. И вот так он растет, этот батат. Вот я посадила его в горшки. А батат, клубень, он очень большой. Поэтому я тут сажала как бы частями. Вырезала ту часть, которая дала побеги. И посадила, в общем-то, поздно. Они у меня уже вот вытянулись такие большие. А нужно сажать, вот как картошку, когда глазки бывают. Ну, я думаю, что что-то тут еще получится. И вот я вижу, что цвет будет вот этого вьюнка, он будет фиолетовый, красивый. Вот. Такой вьюнок, это ипомея, ипомея, да? А у меня растет обычно на даче в кашпо, на веранде, на крыльце. Вот так дачу украшает. Вот такой у меня тут небольшой огородик, вот это лук. А вот сюда под пленку я посадила вот те фрукты, которые показывали, гранадилу и драконфрукт. И вот я посмотрела сегодня, что гранадила у меня дает всходы. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, я не надеюсь собирать плоды. Я хотела бы вырастить их как красивыми комнатными цветами. Вот, а вот у меня здесь главный садовод лежит, отдыхает. Главный садовод отдыхает. Кузенька. Вот такой препарат Байкал. Его хорошо применять для полива. Там один колпачок в лейку я добавляю, разбалтываю. Ну, в леечку такую маленькую и поливаю. Так, Кузя, охраняй. Охраняй наш садик.
Кузя, посмотри на нас, на подписчиков, посмотри. Покажи себя. Ну, хотя бы не говори мяу, а скажи, покажи. Ну, а теперь мы пойдем смотреть батат. Вот такой получился у меня батат. Очень красивый. Время, правда, я добавляла. Вот, пробую. Очень он красивый. Вкус такой, а что-то между тушеной репкой, тыквой. И вот наш ужин. Так, говори, Ужин наш. что пункт. Куриная грудка и батат. Как гарнир. Помнить будет август. Или считай, с 5 августа. Мама, ты лучше наши эти конфиденциальные не говори, бабушка снимает. 28 дней. Видишь, я хочу взять июль и август. Я понимаю. И фотографии из интернета. Вот клубни батата. И вот так он используется в садах, как вьюнок.